5 мая в Сибири. И я хочу проверить короба, в которых у нас, в которые я соскладировала червей. Пора их освобождать. Будем здесь выращивать картошечку. Немножко, несколько штук. Ну, честно говоря, мне очень-очень на лень все это ковырять. Мы ненадолго. О, вот она. Ё-моё. Ну-ка. Ну-ка. Кто здесь? Здесь какой-то лошадь. Дендробеновый. Дендробеновый лошадь. Смотрите, это она однозначно. Ушастик. Смотрите, какой ушастик. Вот это я в огромных перчатках, понимаете, да? Ё-моё, мне нравится. Давайте ищем дальше. Может, она одна выжила. Ну, ест она, походу, чуфу. Ой, блин. Пока никого больше не встречаю. Слушайте, ну где есть одна, там найдутся и еще. Ну, конечно, в таком количестве, как я их сюда укладывала, я их не вижу. О, даже арбузики есть. Хотите арбузиков? Одна дендробышка только. Только одна дендробышка. О, нет, вон они, вон они. Вон эти ползают. Быстрее меня ползают. Я очень надеюсь, что вы тоже видели. Ну, короче, надо еще подождать. Я думаю, что они... Вот она еще поднимутся и вернутся. Рано еще. Короб глубокий и холодный. Вот она еще. Ну, сказать, что они перезимовали, конечно, я не могу, потому что это очень мало штучные. Ну, подождем. Картошка не горит. Есть места под нее. В общем, тот, кто выжил, тот монстр.